«Сжечь любовницу дьявола!» «Пусть сдохнет в мучениях, сука!» «Мы знаем, что ведьма прячется внутри. Выводи ее, пусть вечный огонь поглотит ее грешное тело, и мы избавимся от зверя!» «Не так быстро. Мы должны судить ее по справедливости». «Эта сука разрушила мою жизнь, требовала золота, а потом грозила проклясть меня. Она заколдовала моего брата. Она хотела забрать его вместе со всем его золотом. Мой брат отверг ее, и тогда она его убила. Она заколдовала меня дьявольским колдовством, подчинила себе мои руки и убила его. О, мерзость! О, коварство!» «Я нашел в ее хижине куклу, похожую на тебя». «Мне до сих пор это снится. Мой брат работал в поле. О, ужас! Ее колдовство сотворило убийство! Она заслужила! Заслужила смерть!» «Твой брат был воином, а ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только не во сне?» «Зачем ты слушаешь его, преподобный? Он мутант, выродок, ведьмак!» «Каковы твои обвинения, Харрен? Он может спасти нас от заклятий ведьмы!» «Она меня сделала говенкаром. Она обещала отдаться мне, если я помогу с Коэтаэлем. Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ними». «И нажил отличную прибыль». «Золото — это еще не все. Есть еще принципы, которые нельзя нарушать». «Ты торгуешь с бандитами, которые крадут детей. Я не верю ни одному слову из того, что ты говоришь». «Ты принял решение, ведьмак?» «Что ты думаешь, преподобный?» «Ведьма использовала Одо и Харина для своих черных дел. Она отравила Ильзу». «Микула изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой». «Абигайл не одна из нас. Она должна была убраться отсюда давным-давно. Но она предпочла остаться, чтобы отомстить нам за свою чуждость, за злую судьбу, которая постигла ее. Она использовала свои дьявольские чары, чтобы подчинить себе этих простых людей. Она призвала зверя. Вот в чем правда». «Заткнись, ублюдок. Ты привел эту свору подлецов, а значит, ты не мог не знать, что они продают детей саламандрам. Знал про убийство и изнасилование. Плевал я на тебя. Вы здесь все одинаково виновны». «Ты об этом пожалеешь». «Я забираю Абигайл. Расходитесь по домам». «От зари времен женщина — корень всякого лиха! Это орудие хаоса строит козни против рода людского! Женщина влекома лишь похотью! Ради своих влечений, противных природе, она Они демонам охотно служит!» «Сжечь грязную ведьму!» «Никто никого не сожжет». «Люди! Они ничего не сделают, пока мы вместе!» «Разве?» «Пшел вон, ведьмак! Оставь ведьму!» «А ты попробуй, Кмет!» «Пошел прочь, мразь!» «У вас два варианта — ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут все, что движется, каждого вшивого кмета. Или попробуйте жить достойно, в согласии с совестью. Выбирайте». «Спасибо, Геральт». «Идем, займемся зверем».